Привет, ребят! Сегодня вы находитесь на канале Android and Windows полезные советы, и сегодня я вам расскажу, какие приложения на вашем смартфоне больше всего первое жрут памяти, второе больше всего потребляют трафика, и третье в целом загрязняют и тормозят вашу систему. То есть сегодня мы все это дело оптимизируем. Я покажу вам, как это сделать лично на вашем смартфоне, лично для всех ваших приложений, чтобы ваш телефон конкретно правильно работал. Потому что не существует универсальных настроек, есть общий смысл, которому нужно следовать и, собственно говоря, подгонять под это свой смартфон и свои приложения. Ребята, итак, поехали. Все очень просто, все работает абсолютно на любом Android и абсолютно на любом смартфоне. Заходим в настройки наших приложений. Далее мы идем в приложения, все приложения. И смотрите, здесь есть такая сортировка, имя приложений. Нам это не нужно. Нам нужно поставить галочку, занимая место. И вуаля, ребят. Chrome у меня занимает 4,8 гигабайта, Яндекс.Старт 3,2, Telegram 1,93 и Галерея 1,4. Ну, собственно говоря, дальше вы все видите сами. Нехило тогда, Озон 789 мегабайт. Ну и пошло, и поехало Wildberries, там YouTube, как бы очень довольно-таки много. И первое, что я вам покажу, если у вас, например, ограниченный трафик на мобильном интернете, потому что сейчас без лимита это проблема, это дорого. В принципе, их в большинстве линеек мобильных операторов нету. И вы, например, хотите экономить трафик, и у вас не пойми, куда уходит трафик, первое, что нужно сделать. Смотрите, вы отсортировали по занимаемому месту. Следующее. Мы заходим в Google Chrome, да, заходим, нажимаем трафик, и он нам показывает 3, там, 5, 79 гигабайт. Это все прекрасно. Ребят, чтобы он без вашего ведома не жрал трафик, вот тут вот в фоновых подключениях его нужно ограничить. Что это означает? Да, все очень просто. Теперь, пока вы не запустите Google Chrome, не активируете нужную вам функцию или не начнете загрузку чего-либо, в фоновых процессах он не появится, он работать не будет. То есть что происходит? Так, когда тут стоит галочка вот так разрешить, он втихаря запускается и сосет трафик. Сколько ему надо, когда ему надо, зачем ему надо, и не пойми, что он делает с этим трафиком. Соответственно, у вас интернет на телефоне расходуется, когда его и так мало. Но зачем вам это нужно? Естественно, вам это не нужно. Поэтому фоновые процессы мы ограничиваем. И так нужно сделать для каждого, собственно говоря, приложения, которое вот здесь вот находится в первом, ну, в начале списка. То есть эти приложения в начале списка, которые больше всего потребляют ваших ресурсов на смартфоне. Следующее, с чем мы будем бороться, это, конечно же, память. Ну, почему Google Chrome занимает 4,8 гигабайта, я знаю. Я сегодня утром фильм скачал, который весит 4,6 гигов. Скачал через Chrome. Вот он там и весит. А почему Яндекс.Старт занимает 3,28 гигабайта, я до сих пор не понимаю. Что нужно сделать? Заходим в Яндекс.Старт, память, кэш. И мы нажимаем просто-напросто кэш очистить. Очистить кэш. Окей. Итак, что произошло? Давайте вернемся. Почти толком ничего не очистилось. Очистить. Очистить. Локальная история. Кэш. Загрузки. Очистить веб. Данные веб-страниц. Открытые вкладки. Очистить, ребят. Все мы это очищаем. Возвращаемся назад. И таким образом мы почистили наш с вами Яндекс.Старт. Ну и, собственно говоря, по аналогии делаем это со следующими приложениями. Telegram, ну и пошло там Галерея, Яндекс.Навигатор. То есть те приложения, которые вы считаете, по вашему мнению, занимают очень много места, их нужно почистить. Почистить не только кэш, но и основную память. Это позволит вам увеличить количество памяти, а чем больше памяти на смартфоне, тем, в принципе, лучше он работает. Потому что, как вы знаете, во многих смартфонах современных файлы подкачки, то есть расширение оперативной памяти, создается именно с помощью обычной памяти на жестком диске вашего смартфона. То есть жесткого диска берется место и добавляется в оперативную память. Вот такие вот простые реалии. Вот с помощью такой простой сортировочки можно